Дранерского и Даниила Московского в честь 92-й годовщины со дня создания воздушно-десантных войск приурочено открытие мемориала российскому солдату. Установка мемориала – это символический акт памяти о военнослужащих, которые погибли, выполняя задачи в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Прошу приступить к открытию мемориала. Право открытия мемориала предоставляется ветерану ВДВ Буканину Виктору Васильевичу и ветерану и председателю общественной организации ветеранов Чеченской Республики Сердцеву Александру Николаевичу. Боже, всякое милосердие и щедрот, Его же милость безмерна и человеколюбие неисследимая пучина, ко Твоему величеству припадающе, со страхом и трепетом для хороми недостойнее, благодарение Твоему благоутробию о Твоих благодеяниях и Твоим духом, воедине в существе и благая глаголоти, и воспевати сподобиши. Слава Тебе, Богу, благодателю нашему во веки веков. Аминь. Благословляется и освящается мемориал сей. Окропление воды сия священное во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Благословляется и освящается мемориал сей. Окропление воды сия священное. Благодатью Святаго Духа во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Благословляется, освящается мемориал сей, окропление воды сия священное. Благодатью Святаго Духа во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Помилуй нас, Боже, помилиться милости Твоей. Молимся, услыши, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Еще молимся, пока я не душу усопших, храму Божию, вождей и воинов, на полях брани, живот свой положивший за веру Отечества. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Еще молимся за всю братью и за вся христианы. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Военно-воздушных войск десантных и с праздником покровителя
этих войск пророка Божия Илии. Храни всех Господь. Спасибо вам за то, что вы выбрали службу в десантных войсках. Это славно и почетно. Уважаемые ветераны, огромное вам спасибо, что вы ходите в школы и передаете свой боевой опыт подрастающему поколению. На наших мероприятиях награждается Любимов Сергей Владимирович. Награждается Кузнецов Владимир Анатольевич. Сидоров Сергей Владимирович. Мадзикон Донсков Андрей Алексеевич. Любимов Алексей Владимирович. Каюров. Анисимов Андрей Юрьевич. Награждается Шишкин Александр Юрьевич. Баранов Дмитрий Борисович. Милованов Константин Васильевич. Митин Павел Николаевич. Тихонов Максим Евгеньевич. Чудаков Александр Викторович. Награждается Колчин Владимир Федор. Субботкин. Награждается Каплин Андрей Анатольевич. Награждается Барков Алексей Владимирович. Орлов Александр Михайлович. Награждается Щепетов Александр. Спасибо большое. Уважаемые друзья, с праздником!
Так, можно все внимание вот сейчас сюда посмотрим, чтобы налево-направо не было? А это... И вдаль водила земля, и волны на время, и каждый пятый, как правило, быть кого любит волна. За тем, кому повезет, и если цель одна. Усилил я все не просит, тот землю свою найдет. На сущности буря пустя, буря лишь крепче руки жди. Я буду одна.